Всем здравствуйте! С вами главные новости. В этом выпуске в центре нашего внимания поэт-песенник Николай Добронравов. Известный российский поэт-песенник Николай Добронравов, супруг композитора Александры Пахмутовой, госпитализирован в Москве. Об этом пишут средства массовой информации. Николай Добронравов потерял сознание у себя дома. Сейчас медики стараются помочь 90-летнему поэту. Обстоятельства произошедшего выясняются. Николай Добронравов известен как автор песен «Птицы счастья», «Трус не играет в хоккей», «Я не могу иначе» и «Вновь продолжает собой» и многих других. А нам остается пожелать Николаю Добронравову здоровья и долголетия. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.